наконец-то здесь свет сделала. То есть здесь даже света не было. Вот. Входную дверь, вот живем так. Она у нас вообще не закрывается. Все это последствия потопа, который случился во время оттепели, рассказывают жители. Говорят, кровля начала протекать еще в ноябре. Тогда же возникли проблемы с электричеством. Вода текла прямо по проводам. Потекла крыша, у нас полетела проводка, у нас вот сейчас в данный момент разбухла дверь, не закрывается. Электрики лампочку сняли, эту плафон, сказали, потому что там вода скапливается, потому что у меня по проводам вода течет. Как они нам летом, папка живой был, они отрапортовали: мы вам сделали крышу, у вас течь не будет. И потек коридор у меня. У меня здесь везде, и около зеркала он тек. По словам жильцов, это проблема не одной квартиры. У соседей похожая ситуация. От воды на обоях появились желтые разводы, а двери как входная, так и межкомнатные разбухли. По словам жильцов, коммунальщики в курсе сложившейся ситуации и даже пытаются что-то сделать. Правда, основную причину так и не устранили. Тут было возгорание, когда отец живой был в комнате, было короткое замыкание, там они потом, правда, сделали. Все, что они делают? Причину не устраняет вообще. Вот они сделали, видите, отмазали краской. А вот это здесь ничего не стали. А его желтые пятна идут. Угу. И все, на этом у них работа закончилась. И с той стороны также покрасили. Угу. А дверь, говорят, ждите, когда плотники или кто придет, или когда сама высохнет. Тогда она только закроется. Жители просят управляющую компанию добросовестно отнестись к своим обязанностям и провести качественный ремонт. Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ.